Хотелось бы обратить внимание аудитории на следующий факт. Вот примерно 10 лет существует это направление, около 10 лет, да, наверное, чуть больше, чуть меньше. Да, всегда непонятно, где та отправная точка, с какого момента мы начинаем отчет существования научной или научно-методической школы. Я бы хотела сказать, что около 10 лет назад начали создавать словарь философских терминов в замечательном институте философии Российской академии наук. Сейчас он уже создан и доступен на сайте этого замечательного научного учреждения. Примерно в это же время в Институте лингвистических исследований, который я имею честь представлять здесь, тоже Российской академии наук, была поставлена задача научного описания философской терминологии, поскольку обнаружилось, что в картотеке, в знаменитой картотеке Российской академии наук этих понятий практически нет. Видимо, они были вычищены в известные всем скорбные времена. И в это же время начинает зарождаться отечественная школа лингвоконцептологии. Позволю себе привести цитату не совсем приятного мне человека, но цитата нужная, она стала мемом. Совпадение? Не думаю. Вот в лингвистической экспертизе, Валерий Анатольевич, не даст соврать, есть очень важное понятие объективности, когда параллельно работающие ученые говорят об одном и том же, может быть, разными словами. Когда несколько научных школ параллельно зарождаются, занимаются одной проблемой и приходят к одинаковым, очень значимым выводом. Вот это сопряжение выводов, к которым пришла Наталья Львовна, ее ученики, ее последователи, ее коллеги, с теми выводами, с теми процессами, которые существуют сейчас в авангарде современной гуманитарной науки, конечно, говорят о том, что это направление очень важное, что оно сформировано, что у него появилась своя терминосистема, и оно будет развиваться. И последний тезис. Вы знаете, очень модно было в начале 90-х заниматься этой темой. Ах, Флоренский, ах, Бердяев. Но как-то, знаете, волна схлынула, потому что было модно, а оказалось очень сложно. И, наверное, в то время гуманитарная наука и, в частности, методика не была готова к освоению этих понятий. Тем важнее, тем значимее тот вклад, который сделала лично Наталья Львовна и те люди, которые работают в этом направлении вместе с ней. Хочу поздравить всех с выходом книги и вас лично, Наталья Львовна, и поблагодарить за приглашение к сотрудничеству.